Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость в Турции» Paradise Alanya. Меня зовут Агаси. Я в этот раз нашел для вас квартиру 2 плюс 1 в районе Тосмо. Хорошая локация с видом на соседнее здание и вот на этот парк. Там баскетбольная площадка. Расстояние до моря максимум 500 метров. Рядом есть нужная инфраструктура для жизни. По четвергам в той стороне, прямо за дорогой D400, рынок, который становится в районе Тосмо. По четвергам. Также в понедельник в той стороне, где-то отсюда 700 метров, рынок района Обагёль. Итак, что хочу показать. Здесь детская игровая площадка. Там сеть магазин 101. Под этим зданием Шок-маркет. Впереди 300 метров тоже сеть магазинов А101. В той стороне дороги большой ММ Мигрос, сеть магазинов. В этой стороне дороги открылся новый сеть магазинов Каррефурса. Также в той стороне, вот где вот Diamond отель, видите? Там круг, банкоматы, еще есть Мигрос магазин, почта, улица, который ведет к речку Дим. Отсюда до речки Дим тоже 500-600 метров максимум расстояние. Квартира находится на среднем этаже. Большой балкон. Юго-восточная сторона. Минимальный квадрат метра тут, как вместе с балконами, 100 нетто минимум. Может быть, 101,5, 102,5, может быть, 105. Беко-инвертерный кондиционер, а в спальнях установлены там старые кондиционеры. Сейф я себе заберу. Бабки есть там. Закрыл. Та-та-дам. Не получилось. Так, пошутили, хватит. Стол раскрывается. Так открывается. Сюда. Altus у нас посудомойка. Бека новый холодильник. Да, не закроем потом. Это что за фирма? Духовка. Как надо, как-то не понял, когда духовка. Вот освещение везде есть, контроллер. Так, прихожая хорошая. Санузел. Стиральная машинка Altus A3++. Накопительная система бойлер от комби по-турецки. Бека фирма. Итак, это первая спальня, 12 квадратных метров. Как минимум, можно по мраморному полу. Мрамор, я думаю, что да, мрамор. Проект 2009 года, сейсмически устойчивый. Старый кондиционер. Вот второй балкончик, дорогие зрители. Это тоже как-то важно. Вот. И вторая спальня, где-то 15 квадратных метров, как минимум. Может, нет, это никакой 15, 17-20, между ними большая спальня хозяйская, один санузел. Итак, айдат 500 лир. На этаже у нас 5 квартир, 2 лифта. Угу. Пожарная лесенка. Ну, это нормальная лесенка, еще пожарная лесенка должна быть где-то здесь. Сейчас. Два лифта, вместимость по 6 человек, как минимум. Пожарная лесенка.
Так, вышел с лифта. Так. Здесь бассейн. Открытая парковка снаружи. Здание недавно покрасили. Оно такое кругленькое, полукруглое, как полумесяц. Все, дорогие зрители, цена этой квартиры 168 500 евро. Звоните по номеру плюс 90 555 064 91 10. Всем пока-пока.